Здравствуйте, Яна Денисова. Точнее, это Евгений, муж Яны Денисовой, счастливая обладательница Тандыра, которые на прошлой неделе в прямом эфире их семейная пара выиграла. Евгений, ну как вообще ощущения? Как не поверил, конечно, телефонному звонку, что мы выиграли. Я вообще не верил, что такое может быть. Случайный покупатель выиграл хороший приз. Ну не случайный покупатель. Напомните, что вы купили у нас? Мы купили печь Везувий для бани, ну и комплект к ней. И все в одном месте взяли. Ну, не знаю, поэтому выиграли или нет. Ну, в общем, все, что надо было для монтажа, купили в одном месте. Скажите, ну как ощущения? Вообще 150 человек вы обставили, и получается, среди всех ваш комментарий победил и стал самым-самым счастливым. Не верится, конечно. Но я рад, вообще, да, очень доволен тем, что мы выиграли. Тандыр. Не знаю, как мы его сейчас будем использовать, но надеюсь, он нам очень пригодится. Вот. А как его использовать правильно, можно посмотреть на канале Farnax Film. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на наш канал, ведь там мы тестируем все то, чем торгуем в нашей замечательной торговой сети. Я бы хотел рассказать о работе магазина. Ну, очень, что остался доволен, об этом тоже можно сказать, да? Ну, будет приятно. Выбор пал на этот магазин, потому что, ну, здесь много брендов представлено, и есть из чего выбрать. Поэтому мы сюда пришли, продавец заказал качественную консультацию, помог все выбрать. Ну, мы выбирали из нескольких вариантов, увидели, понравилось, и все, на этом остановились. Потом предложили участвовать в розыгрыше. Я, если честно, не верил, пока мне не позвонили, да, о том, что мы выиграли. Но супруга моя решила оставить отзыв. Он в итоге победил. Поэтому приходите в Farnax, участвуйте в розыгрышах и выигрывайте. Ну что ж, очень приятно. Спасибо вам за приятные слова. Ну и призываю наших зрителей канала Farnax Film, наших покупателей, активнее участвовать в жизни нашей компании. Для этого подпишитесь на наши социальные сети, естественно, на канал Farnax Film. Ну и также в скором будущем нас ждут еще розыгрыши. Евгений, я призываю вас обязательно принимать участие. Ну и до новых встреч в эфире. Счастливо! Счастливо!